моего оператора сломался, так что видео, которое мы долго снимали специально для Friends Cocktail Cup, я не получу. Мне кажется, это одна из санкций Америки. Но придется импровизировать. Сейчас вы окажетесь в цитадели ростовского флейринга. Вот. Даня, привет! Здорово, бро! Как дела? Да ничего, нормально. Привет, как ты? Чё, как самочувствие? Устал немного, короче, там не получается, ничего путается. Ну, я смотрю, ты вялый какой-то. Да. Слушай, а у меня есть кое-что для тебя, специально, чтобы ты взбодрился. Представляешь, как тебе повезло? Думаешь, как, а что ты будешь делать? А ты что-то готовить? Да, ты поддержишь эту штуку? Конечно. Конечно. Слышал такое? Блин, Макарин называется. Конечно, моя любимая форма бутылки для флэринга. Вообще ништяк. Вот он будет спасать тебя от усталости. Макарин восьмерочка. Где Макарин? Можно? Спирит, а знаешь, как у тебя? Конечно, замечательный напиток. Вот сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, у тебя есть лёд. Посмотри, как я умею. Какие классные у тебя розовые трусы. Выглядит очень аппетитно. Да. А ну-ка попробуй теперь. Класс. Блин, супер, да, не здорово. Бодрит тело и дух.